Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы и зрители, которые случайно зашли на мой канал. Я вас всех приветствую и хочу вам показать украшения, которые я сделала в последнее время. Вот что-то меня прям в последнее время тянет на Бога. Вот сделала такое украшение длинное. Прям длинное. Оно симметричное. С такими подвесочками. И вот так вот заканчивается внизу. Ниже груди, но так как манекен-то совсем, конечно, без груди. И маленький, но будет где-то вот так вот, на нормальном живом человеке. Вот здесь стекло очень хорошего качества. Очень хорошее стекло. Оно не крашеное, оно прям такое, потому что внутри видно, что оно такое. И еще разное другое стекло. И, кстати, есть и мурана бусинки. Такие вот. Ой, забыла еще. А, вот такая вот тоже. Это мурана. Вот. Ну, вот такое вот получилось. Яркое. Яркое украшение. Вот. И еще я сделала серьги, но сейчас, пока все собирала, куда-то не смогла найти одну. Вот такие серьги. Ну, если кому не надо серьги, можно и одно украшение просто. Вот. Застежки нет, потому что оно длинное. Оно и так прекрасно через голову одевается. Я на себя мерила. Мне очень понравилось. Так, ну ладно, пойдем дальше. Вот такой чокер. Вот эти белые бусины, но они не совсем белые. Это ручная работа. Африка. Они так брутальненько выглядят. Это рог или кость животного. Ну, в общем, 100% натуральный материал. И вот эти вот тоже разделительные бусинки тоже-то. Тоже такие. Ну, здесь и стекло, и дерево. Ну, такое больше этническое, конечно. Вот такое украшение. Причем я на себя мерила, прекрасно держит все. А на вот этой ткани что-то сползает. Вот такой хрусталь. Камера не передает, он на свету просто весь играет, переливается. Вот такое вот сверкающее зеленое изумрудное украшение. Лежала у меня немножко, замялась. Ну, вот висится, повешу. Просто очаровал меня цвет вот этих бусин прямоугольных таких, что я не смогла, не выдержала, захотелось сделать. Ну, очень цвет красивый. В
Вот такое вот бирюзовая красота. Вот они, эти камушки, прям вот так и на груди лежат. Прям идеально. Ну и сзади силикон, потому что тяжелые камни, если делать вокруг вот это все, это ужасно тяжелое будет. Ну, это тоже больше такой бохо-стиль. С таким галстучком. Это кошачий глаз. Такой. Или под кошачий глаз. Но это стекло, конечно. С кисточкой. Листочки из чешского стекла. Тоже довольно длинная. Длинная, но этот с замком. Ну, а теперь... Жемчужная коллекция. Вот это все натуральный жемчуг. Вот здесь только имитированный. И серьги вот из натурального жемчуга. Это я перебрала. Ожерелье такое. Ну, были вот эти бусины облезлые все, темные. Это французская компания. Я их перебрала, заменила бусины. Вот такая ниточка получилась. И еще одно украшение с этими морскими звездами. Это, конечно, имитация жемчуга, но хорошая, стеклянная, хорошая, качественная. Мне очень нравится. Современно. Это было украшение, колье такое на шею. Я его разобрала, и вот получилось у меня два украшения из него. Ну и последнее украшение в бохо-стиле с совушками. Ой, колечко забыла снять. Длинная, и к нему еще вот такое вот есть. Можно носить одно, можно носить два. В общем, вот такое. Оно уже забронировано. Здесь все. И винтажный пластик. Вот этот. Причем в шикарном состоянии, хоть и винтаж. И стекло, и камни натуральные. В общем, всего хватает. Ну что ж, мои дорогие, спасибо вам огромное за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем огромное спасибо. И, пожалуйста, подписывайтесь
на мой магазин в Инстаграме. Пожалуйста. Как наберется 200 подписчиков, будет розыгрыш. Из 200 человек выиграть проще, чем из 37 тысяч. Правда ведь? Спасибо всем огромное. До свидания. Всем здоровья и удачи.